Мы только когда я, вот я лично для себя, когда мы только сюда зашли, потом я когда посмотрел выступления боксеров профессиональных ваших, то есть я на родине я всегда за них любил, это Усик и Ломаченко, это мои любимые, ну просто герои, реально. Я сейчас просто не лукавлю нисколько. Эти люди просто готовы взять в руки оружие, они говорят о том, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на эту страну, ну, на эту территорию, на территорию Украины. Просто вот сейчас женщина нам рассказывала, да, случай, она стоит и плачет. Мне просто стыдно реально за это. Я не знаю, почему мы так поступили. Ну, вернее, догадываюсь, потому что мы мало знали, мало думали своей головой, в конце концов. Просто вот реально принесли горе на эту землю. Я не знаю, сколько нужно времени искупить это, или и вообще возможно ли это в конце концов.